ты куда? Ой, пойду подумаю. Юра. На совещание. Что-то на клапан так надавило. Чего? Да, Лиз, ну ты бы, конечно, и по стоячей корове не попала. А то я смотрю разговорчивый. Беги. Лена. По корове. Котёнок, прыгай ко мне, здесь так комфортно. Блин, это так романтично. Лиз, слушай, а где? Слушай, ты такой на спорте. В зал ходишь? Ну... Вообще-то мы вместе ходим. А, ну да. Вот в моих отношениях я главный, поэтому... Сейчас, подожди. Чего там с парнями ты рассказывал? Да, короче, поехали в Турцию. И куда это мы намылились? Я же говорила, с девчонками на рыбалку мы давно собирались. Это такую рыбалку? Это что такое? Это что такое? Мажор, я это спрашиваю. Настя попросила взять, ну а что? Домой можешь не возвращаться. Кто это у нас? Так, Лиз, столько хватит. И что мне теперь с ними делать? Может быть, солить? Иди лучше инструментов себе купи. И куда это мы такие красивые собрались? Вы знаете... Юр, пойми одно. Меня очень легко найти, тяжело потерять и крайне просто забыть. Иди уже и нормально бухни. Иди, иди, давай. Че ты спортом решила заняться? К нашему отпуску готовлюсь. А по чесноку чувак один понравился.